Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня будет видео о пустых банках за год. Но не обо всех пустых банках, нет. Только о тех банках, которые мне очень понравились. Я их складывала. Я решила все-таки сделать видео о пустых банках, но за год. Наверное, чуть больше, чуть меньше, наверное, чем за год, но тем не менее. Вот у меня здесь вот такой огромный мешок с банками, флаконами, whatever. И сейчас я их разложу по тематикам и буду вам рассказывать. Я разложила все более или менее по группам, и сейчас я вам буду показывать. Давайте группу начнем с лица. Средства для умывания, которые мне понравились. Мне понравилась очень вот эта пенка от Avène. Это такой мусс для умывания. Дико легкий, очень ненавязчивый, приятный, нежный запах. Могу сказать, даже совсем без запаха. Очень крутая пенка. Мне понравилась. Сейчас я вам ее сделаю. Вот так она выглядит. Тут такая помпа. Классная. Если вы не носите много макияжа, она вам супер подойдет. Далее. Это марка Хера. Корейская марка. Очень хорошее средство для умывания. С первого раза смывает просто всю косметику. Потом, когда ты мицеллярной водой проходишься, на ватке ничего не остается. Крутая вещь. Но я не знаю, продается она, не продается в России. Вот она такая. У нее такой дизайн простой. Она такого белого была цвета, кремовая. Хорошая. Дальше. Я попробовала умывалку от Chantecaille. Вот у меня был такой пробник. Очень приятно и чем-то даже схоже вот с этой маской, с этой умывалкой, потому что очень-очень быстро все снимает. Классная, тоже кремовая. Может быть, повторю ее опять. Далее. Sandrali. Это такое масло было синего цвета, с такими частицами, как немножко как пилинг делает она вам. Вы ее наносите, такой очищающий бальзам, вы ее наносите вот так вот на все лицо, растираете, она вот просто, это жир, она вот снимает вам все загрязнения, всю косметику, помаду очень хорошо смывала. Приятно пахло, единственный минус, очень большой расход и маленькая, как бы, ну, она у меня очень быстро закончилась, учитывая то, что я снимала ей макияж исключительно после видео. Потому что, ну, когда ты делаешь видео, ты все равно как бы красишься больше, чем обычно. Ну вот, мне показалось, она очень крутая, но за такие деньги очень недолговечная. Очень быстро заканчивающаяся. Так, дальше. Вот как бы ничего такого больше сверхъестественного не было. Мицеллярная вода от Avène я вам показывала. Очень прикольная, мне понравилась. И Биодерма тоже хороша. Ну, мицеллярная вода, я стараюсь сейчас уже от нее отходить потихоньку. Но сейчас я опять купила себе Avène новую. Как-то вот она мне все-таки больше всего нравится. Дальше. Термальная вода. Термальная вода, я вот оставила одну бутылку. Avène, термальная вода, я уже вам говорила, я всегда ее пользуюсь. Сейчас у нас еще такая вот громадная бутылка стоит. Классная вещь. В жарком климате просто идеальная. Теперь перейдем к средствам для лица. У меня закончился крем отбеливающий от Kenzoki. Kenzo, вот так он выглядит. Такая вот розовая, очень приятная такая матовая банка. Классный крем. Одно время я плотно сидела вообще на Kenzoki, еще в России. У меня были вообще и средства для тела, и глаза, средства. Ну, все у меня было Kenzoki. Сейчас я его повторила и, наверное, повторять больше не буду. Он такой, ну, слишком такой легкий. Он приятный в использовании, но легковат. И вот у меня была отбеливающая сыворотка. Не могу ничего сказать такого прям вау, но приятно. Приятно было ими пользоваться. И, ну, ощущение, знаете, какого-то такого японского дзена у меня было, потому что все-таки японские продукты отличаются от каких-то других марок. Далее, корейский уход, который я
безумно полюбила и вообще будет возможность, буду только это покупать, это Сульвасо. У меня была First Care Serum, это первая помощь, сыворотка, но это бесподобно. Это бесподобно, вы ее наносите, и ваше вот лицо, ну, просто дышит. Это, ну, это ни с чем не сравнимо, это очень круто. Очень крутая косметика, дорогая, да, но, слушайте, это... Ну, я вот вам говорю, мне очень понравилось, я обязательно повторю. И у меня была эмульсия. Там вообще 4 ступени, программа на 4 ступеньки. До этого еще есть такой тоник, потом этот сыворотка, потом эмульсия, потом еще крем. Ну, вот у меня как бы было вот это два, мне понравилось. Бесподобно, честно. И у меня были миниатюрки их же. Как раз вот тут был тоник, такая водичка. Ну, все безумно хорошо. Для моей кожи подходило идеально. То есть оно и выравнивает цвет лица, и напитывает, увлажняет, разглаживает. Ну, хороший эффект, мне очень нравился. Далее. Вот такой крем. 3SE. Это корейская марка Back to Baby. Назад к ребенку. Я почему вам его показываю? Он очень недорогой и он очень какой-то вот универсальный, что ли. Вот его можно и на лицо, и на руки. Ну какой-то вот он такой хороший. Увлажняет хорошо, содержит SPF 15. Мне понравился. Мне понравился, может быть, еще даже повторю когда-нибудь. Посмотрим. Вот прямо из такого, что вот очень-очень понравилось, вот я вам показала. Также я пробовала марку La Mer, безумно хороша, но дорогая. Но это не важно. Ладно. То, что закончилось у меня закончилось Miracle Aqua Emulsion от Охи. Охуй. Охи. Тоже корейская марка, я вам ее показывала. Мы просто ее, ну, можно сказать, выпили. То есть я им пользовалась, мой муж пользовался, даже иногда ребенка мазали. Нежнейшая, легчайшая текстура. У нас сейчас жара, у нас сейчас лето. Это просто идеально. Идеально, идеально, идеально. Закончилась также эссенция, которая шла перед вот этой эмульсией. Классно. Я могу сказать, что линейка классная. И, скорее всего, я ее, возможно, еще раз куплю в следующее, опять-таки, лето. Ну, посмотрим. Закончился крем для глаз. Знаете, мне он безумно нравился. Вот иногда просыпаешься утром, или в течение дня ты смотришь, и у тебя вот от улыбки, вот ты улыбаешься, и тут вот такие вот морщинки и сухая кожа. Стоит помазать вот этим кремом, он такой, ну, он как вода. Он как вода, он до конца не впитывается, кожа очень такая блестящая, такая какая-то лоснящаяся с этой маркой. Ну и реально вот сухость уходит. Мне очень понравилось. Рекомендую эту линейку вот прям от души, если кто-то хочет попробовать что-то такое легкое. Это не питательное, это увлажняющее. И на лето. То да, попробуйте. А для волос. Переходим для волос. Продукты. А мои самые-самые любимые шампуни в этом году были Bad Head. Вот такие вот шампуни, я даже не знаю, зачем две взяла. Они, как бы, у них разная степень помощи для разных волос. Вот у меня тут есть двойка, есть тройка. От тройки у меня немножко сушило кожу головы, но тем не менее. Крутые, 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 крутые шампуни. Мне подошли, мне подошли, мне понравились. Также у меня была вот такая вот Damp Blonde маска. Ну, маска, бальзам, я ее использовала. Тоже очень классная. Попробуйте, если у вас... Ну, как бы, я рекомендую эту марку. У меня волосы тонкие. Их много, но они тонкие. И быстро загрязняются. Этот аромат... Ой, фу, этот аромат, этот шампунь подходит вообще на каждый день мыть. Я уже все заговорилась. Дальше. Следующий шампунь, два, шампунь, бальзам. Это вот такая вот органик, серия органик, называется Avalon Organic. Это волюмайзинг шампунь и кондиционер с розмарином. Очень понравились.
Очень-очень-очень. Они у нас здесь продаются в органических магазинах. Я знаю, что они еще продаются в iHerb, да. Так что вот обратите внимание на эту марку. Сейчас у них такой дизайн, а до этого у них был вот такой дизайн. Хотя, я не знаю, может быть, сейчас два дизайна есть, и этот. Просто у нас в магазинах теперь только вот в таком дизайне. И до этого у меня был тоже их шампунь вот такой. Классный. Но они все такие лечебные, терапия для волос, органические. Очень хороший у них состав. Круто. Мне понравилось. Так, сейчас я пользуюсь активно просто Christophe Robin. И, честно говоря, это самый лучший шампунь, который у меня был вообще в моей жизни. Даже не шампунь, я вам показывала, такая масса. Маслянистая, с такими частицами. Закончится, расскажу свое мнение, но пока это просто фантастика. Далее для волос у меня закончилось Moroccan Oil. Приятное, приятное, приятное средство. Но только для кончиков, естественно. Если наношу на всю голову, то только если на ночь в качестве маски я его делала. Так утяжеляет оно, конечно, волосы, нужно потом сразу смывать. Наносила его на кончики, когда была на солнце, когда ходила куда-нибудь загорать, отдыхать. Да, оно хорошо помогает. Прикольный такой у него еще аромат, очень приятный. Дальше у меня закончился прям вот недавно Christophe Robin увлажняющий крем для волос. Это чудо. Это чудо, это вот знаете, даже если вы вдруг, у меня был такой, не нанесли бальзам, я иногда забываю, не нанесли бальзам, и волосы у меня вот здесь вот крашены. Наносите этот крем еще на влажные волосы, и просто вы можете руками вот так вот их расчесать. Очень классный, хороший запах, ну и как мне показалось, реально увлажняет волосы. Очень здорово, как бы вот питает, увлажняет, не липкий, приятно вообще наносить. Два средства у меня закончилось от Кевин Мёрфи, я их показывала, по-моему. Шампунь балансирующий и вот такая ангельская маска для волос розового цвета, которая пахла жвачкой, которая просто вот кайфовая. Я люблю Кевин Мёрфи. То есть у меня, наверное, знаете, первый Christophe Robin, потом Кевин Мёрфи. Если вот ничего не найти, потом еще вот это. И если хочешь органик, вот это. Все. Как бы Ариб у меня был. Ну, мне понравился, но вот не то, что прям вот что-то такое, чтобы выдавать такие деньги за это. Ничего особенного. Дальше покажу вам средства для мытья тела, которые мне очень понравились. Это, конечно, Laura Mercier. Это две у меня банки были миндаль и кокосовое молоко. Вот они так выглядят. Это средство для мытья. Хотя тут написано, что это как бы... Ой, у меня два скраба. Пардон. Видимо, банку для мытья я выкинула. Перепутала. Ладно, это два скраба. У меня были два скраба и было еще средство для мытья. Бесподобные ароматы. Знаете, это вот, если вы хотите вот немножко так пороскошествовать, позвольте себе вот побаловать себя, и это такой спа на дому, это рай. Это рай. Ну, когда я, ну, когда вот они у меня были, когда я мылась, вот, ну, настроение поднимается, сразу так вот хорошо. Аромат бесподобный. Скраб просто фантастический. Еще есть хорошие, ну, у них разные линейки. Это вот Almond и Coconut Milk. Есть у них крем-брюле. И моя самая любимая Господи, как он называется-то? Не финик? Ладно, напишу. Короче, обратите внимание, это класс. Так, следующее средство для умывания, для тела, которое мне понравилось. А, нет, это крем уже пошел. Нет, подождите. La Roche-Posay, вот такой вот гель. Такой гель и такой гель.
У нас в семье муж очень не любит гели с резким запахом, поэтому вот эта марка идеально подходит, я периодически их покупаю. Нейтральный аромат, практически вообще нет аромата. Ну, хорошее средство для мытья тела, подойдет вообще всей семье, для всей семьи. Далее, марка Веледа. Это тоже такая органик, все так хорошо. Кремовые средства для мытья тела. Прекрасное. Вот я вот правда вот вам говорю, прекрасное. Хороший расход, то есть его хватает надолго, нужно совсем чуть-чуть. На мочалку, без мочалки, очень нежная текстура. После него даже не обязательно мазаться кремом. Классно. Дальше я вам покажу, кто это. Бабушка Агафья. Мама мне всегда привозит это мыло сибирское. Вот оно так выглядит. Это пустое мыло, вот тут листик завалялся. Но я его обожаю. Из нашей семьи только я его обожаю. Сын не любит, муж не любит, а я им моюсь. Мне очень нравится. Мне нравится, вот, что оно так отмывает до хруста. Аромат мне нравится там вот эти вот листики. Ну, крутое. Хороший состав. Мне нравится. Дальше покажу вам марку Milk. Это австралийская марка. Если вы где-нибудь найдете ее, обратите на нее внимание, она очень крутая. Это тоже все органик, натуральное. Это для мытья тела, написано для бэби. Но мы покупаем и все моемся, потому что это очень круто. Это такое, ну, классное средство. У меня сын только им моется. Есть еще скрабы для детей специально. Такие очень нежные. Он даже иногда делает скраб. Хорошая марка Milk. Вот обратите внимание, если вдруг где увидите, купите. Дальше у меня остались крема для тела. Вот такой Avène крем 3X Era Plus. Очень жирный и идеально мне подходил на зимний период. То есть зимний период он вот просто, ну, напитывал кожу, разглаживал, убирал вообще всякую сухость. Прекрасный на зиму, вообще восхитительный. Веледа опять. Веледа вот такая вот бутылка, это лосьон для тела с дикой розой. Классный, вот просто классный. Пахнет очень красивой, дикой, реально розой. Очень натуралистичный запах. Если вы любите запах розы, то смело берите, вам понравится. То есть он вот прям такой насыщенный, обволакивающий, классный. И сам крем очень достойный. У меня еще было масло для подтягивания, по-моему, с цитрусами, тоже очень классное. В общем, марка Веледа, я люблю ее. Я люблю ее средства для тела. Я не пробовала, я не знаю, есть у них там для лица что-то, но для тела средства просто потрясающие. Дальше вот такая вот марка. Чья она? Французская марка, называется Талько, не знаю. Вот, вам покажу. Это крем для шеи и бюста для декольте. Очень крутой, нужно совсем чуть-чуть. Я всегда мажу бюст, декольте, шею. Обязательно, а как иначе? Дальше я вам уже показывала Harn. Вот такая вот банка, это крем для тела был. Великолепная марка Harn. Мне ее привезли из Таиланда, Made in Thailand. Это их как бы люксовый такой бренд. Великолепный крем, очень насыщенный у него аромат. Идеально подходил для моей кожи, быстро впитывался. Богатый крем, вот знаете, по всем показателям делал кожу просто вот какой-то хороший. И последнее, что я вам покажу, вот такой банан. Это Тони Моли банан для, по-моему, это маска для лица ночная. Но, честно говоря, как маска мне она не очень понравилась. Мне она понравилась как средство для тела. То есть крем для тела это просто восхитительный. Вот этот банан, он недорогой. Если вы его покупаете как маска для лица, ну, so-so. А вот если как крем для тела,
очень крутой. Ну и бананом пахнет, тоже прикольно. А на этом все. Вот еще закончились вот эти туши. Вообще у меня декоративки как таковой не очень много. Крашусь я не очень много. В основном вот эта вот тушь. Better Than Sex. Хорошая, я уже 100 раз про нее говорила. Люблю ее. Шанель. Для объема. Вот это вот прям две моих самых любимых туши. Dior. Водостойкая. Неплохая, но быстро высохла. И ее вообще просто нереально снять с глаз. То есть это вот нужно очень сильно приложить какие-то усилия и специальными средствами это тереть. Я такое не люблю. И Stila Huge Mascara. Ну, неплохая. Тоже неплохая. Очень много там было продукта. Нужно было вот как-то даже его смазывать, чтобы потом намазать хорошо. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Спешите. Баночек не так уж много, но опять я повторяюсь, это именно те баночки, которые мне понравились. Все. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пока.